Перед игрой все равны. Инклюзивная детская площадка появилась на территории Центра социального обслуживания «Исток» на улице Полбина. Для родителей ребят это возможность занять детей и не переживать за их безопасность во время игры на площадке. А мы все время приходим и занимаемся в «Истоке». И тут так замечательно, все удобно. И как раз для наших деток. Здесь вот мы занимаемся не только физкультурой, а тут еще и вот такие возможности. Это здорово. Площадка под строительство была выбрана не случайно. Именно центр «Исток» – это место, где оказывается паллиативная социальная помощь детям-инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Создание детской площадки игрового комплекса поблизости даст возможность заниматься с детьми-инвалидами не только в здании, но и на свежем воздухе, социализировать детей-инвалидов. Посещать площадку смогут и дети из домов поблизости. Вы видите, как дети рады этому новому, современному, красивому объекту. На этой площадке сделан акцент именно на тренажеры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все-таки учитывая специфику нашего учреждения и в том, что у нас в городе мало таких объектов, было принято решение именно с возможностью для детей с ограниченными возможностями здоровья построить такую площадку. Все устроено так, чтобы все ребята чувствовали себя комфортно. Инклюзивное пространство включает в себя игровую территорию с баскетбольными кольцами, турниками, наклонными рукоходами для детей различных возрастов, игровой комплекс с удобными заездами с пандусом и развивающими моторику панелями, а также специализированные качели и песочницу. Игровая территория занимает 290 квадратных метров и обустроена безопасным мягким резиновым покрытием. У нас географически получается 4 площадки мы открыли в городе Самара. Одну площадку в Тольятти. И сегодня в вашем замечательном городе Ульяновск открывается площадка. Я очень рад, и для меня большая гордость, что открытие этой площадки досталось именно мне. В день открытия для маленьких гостей подготовили развлекательную программу, а также угощения и подарки. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.